Здравствуйте, уважаемые друзья! Как вы знаете, моя дочь Виктория является ветеринарным врачом и ведет на нашем канале рубрику про домашних животных. Кроме того, она вегетарианка по состоянию здоровья. Об этом вы тоже знаете, так как мы показывали, чем она питается в рубрике «Здоровое питание», «Натуральное питание для здоровья и похудения». И сегодня она предлагает вам приготовить грибной суп с вишенками и чечевицей. Суп получается очень вкусный, легкий и диетический. Обязательно вам понравится. Итак, для этого супчика нам понадобится несколько картошин, примерно полкилограмма, грибочки-вишенки. Они продаются в больших супермаркетах. Достаточно будет полупаковочки. Смесь чечевицы тоже продается в больших супермаркетах. Можно взять любую чечевицу, которая у вас есть, но золотая намного вкуснее. Один грибной кубик, так как мы не будем добавлять никакого мяса. Пучок свежего укропа, пучок зеленого лука, 2-3 зубчика чесночка, соль и черный молотый перчик. Здравствуйте, уважаемые подписчики! Итак, картошечку мы нарезали ломтиками, грибочки порвали руками, вы также можете их нарезать, но я люблю так. И зелень также мы мелко порезали. Грибы можно как обжаривать, так и не обжаривать, это по желанию, но обжаренные они будут гораздо вкуснее. Поэтому на раскаленную сковороду мы наливаем примерно столовую ложку масла растительного, можно также без масла. Так, выкладываем наши грибочки. Параллельно у нас уже закипает водичка, туда мы добавим картофель. Наши грибочки мы обжаривали в течение 5 минут, а сейчас мы добавляем картофель в кипящую воду. Наш картофель кипит уже 5 минут, добавляем бульонный кубик и 150-200 грамм чечевицы, на ваше усмотрение. Картофель с чечевицей прокипели примерно 5 минут, добавляем обжаренные вишенки и варим до готовности наш супчик примерно 3-4 минуты. Супчик пробуем на готовность картофеля и чечевицы. Солим по вашему вкусу, перчим и выдавливаем чесночок и добавляем зелень. Перемешиваем, доводим до кипения, затем снимаем с огня и наш супчик с вами готов. Вот такой обалденный супчик у нас получился. Грибочки напоминают по вкусу курочку. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита!